Гаесики, ребята, с вами Флавиус, и мы продолжаем наши приключения. Что ж, вот и настало время сразиться с боссом на первом уровне. Что ж, а сейчас я вам покажу, в каких костюмах я буду это делать. Что ж, приступим. Итак, смотрим. Нам доступны костюмы 4 уровня. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть Крюк, капитан Крюк, Хук он называется, у нас есть Питер Пен, у нас есть Арни 1000, у нас есть Шреддер, капитан, его помощник, Франкенштейн, Робин Гуд. Что ж, что я выберу для нашей цели, для сражения с боссом? На первое место я наверняка поставлю какого-нибудь... Давайте, наверное, Франкенштейна. Он очень сильный, и к тому же он нас лечит. Или... Нет, стоп. Он нас не лечит, он дает нам рыбу. Поэтому нет, лучше... Давайте-ка на первое место Шреддера. Он открывает замки, но нам это не особо не важно. Потом я поставлю Крюгера, Фредди Крюгера. И на третье место наверняка Арни. Арни у нас и Робин Гуд. Стоп, а может... А Питер Пен стреляет? Нет, Питер Пен не стреляет, жалко. Ну тогда давайте... Нет, давайте капитана Крюка, наверное, на место Фредди Крюгера. И Питера Пена на место вот этой вот... замечательного котеночка. А получается, Даня у нас будет один. Ну что ж, давайте проверим, насколько мы сильны, а? А, нет, секундочку, смотрите, нам тренер предлагает немного потренироваться. Так, что ж, давайте вкачивать, смотрим, чего нам не хватает. Так, вот этим котеночкам явно не хватает урона. Двум. Так, давай, котеночек, давай, тренируйся. Я знаю, тяжело, но легко в бою, тяжело на тренировке. Так, кажется, говорят. Давай, котеночек, давай. Так, отлично. А этим жизнь. Они у нас будут принимать урон. Они будут такими у нас сильными, смелыми котятами. Так, давай, качайся. Так. Фух, ну вот и настало то время, когда мы сразимся с боссом. Не знаю, что нас там ждет, но думаю, мы победим. Итак, старт. Так. Я уже боюсь. Фокзила! Ого! Фух. Так, где же он? Почему мы так долго идем? А Питер Пен не идет, а летит. Так. Смотрите на это! Вы помните, это босс из прошлой части, а это новый, какой-то очень ужасный и большой. Нет, он стреляет в нас ракетами. Котяточки, давайте быстрее. Ай, попало по нам. Так, стреляйте. Давайте, убейте. Так, давай. Думаю, мы справимся. Так, вот летит пулька. Так, нанесли урон. Еще пулька. Ой, посмотрите, какой бластер. Нет, одного котеночка задело. Давай. Раз, два, три. Еще один удар. Ну же, давайте. Я вас верю, котята. И есть победа. Ура. Вы только посмотрите, какого мы босса только что победили. Фух, это было что-то невероятное. Вот тут лежат обломки того босса, которого он победил. Я не знаю, почему они сражались, но, может быть, они что-то не поделили. Ведь это хитрые лисеночки, видите, на что они способны. Да, ура, видите, победа. Фух, так. А что нас ждет теперь в инвентаре? Так, хорошо. А давайте посмотрим, может кому-то подойдет артефакт. Не знаю, он никому почему-то не подходит. Ну что ж, ладно. Давайте, фух, продолжим наше путешествие. Смотрите, мы в новой зоне.
на 5 уровне. Так, смотрите, какие тут замечательные костюмы. О, черепашки-ниндзя начинают появляться. А я не посмотрел, что нам нужно для этого, но ничего страшного. Так, давайте пройдемся и посмотрим, что нас ждет на этом уровне. Так, нам обязательно нужен глазик, без него, я вижу, мы здесь не справимся. Так, здесь у нас Байонетта и какой-то ниндзя. Или самурай с мечом. Что ж, попробуем сразиться с ними. Или это не Байонетта? Нет, я не знаю точно, кто это. Смотрите, мы легко с ними довольно-таки справились. Так, а дальше у нас идет какой-то хоккеист. Или, я не знаю, это Джек, наверное. В маске. Может и нет. Так, легко с ними справились мы. Так, и проходим дальше. Так, там был сундучок. Нужно сейчас обязательно взять сундучок. Так. Так. Давайте еще раз пройдемся. Ой, я забыл нажать. Посмотреть, какие тут нужны способности. Нам нужно открывать замочки и... Нам нужно видеть препятствия. Что ж, давайте переоденемся. Кто нас может открывать замочки? А у нас может... А, у нас он уже одетый, этот персонаж. Хорошо. А кто может видеть? Вот ты можешь видеть. Одеваем. Так, хорошо. И идем. Так. Все, теперь у нас есть все, что нам нужно для этого уровня. И мы идем дальше. Смотрите, тут у нас Сойка... Пересмешница, вроде так, из Голодных игр. И вот этот вот кучерявенький. Из, я не знаю. А, это же наверняка из какого-то фильма. Так, что ж, теперь мы можем здесь пройти? Да, фух, теперь мы можем здесь пройти. Так, замочек открываем. По идее, мы без ключика теперь справимся. Нет, все же нас отправили за ключиком. Так, а где наш ключик? Так. А вот смотрите, замочек тут нужно. Ага, и там был ключик. Хорошо. Так, лотерейный билетик. Отлично. Он нам пригодится дальше. Так. Идем вот так вот. Так, хорошо. Открываем сейчас эту дверьку. Так, давайте. Теперь у нас появились здесь черепашки-ниндзя. Так. Сразимся с ними, с Донателло и Микеланджело. А вот они уже довольно сильные ребята, скажу я вам. Но мы все равно с ними справились. Так, дальше еще черепашки идут. Ну что ж, давайте попробуем с вами сразиться. У них 80 жизней целых. Хм, это серьезные соперники. Но давайте, да, надеюсь, мы справимся. Стреляй. Так, отлично. Давай, есть, победа, ха-ха-ха. А что в этом сундучке? Еще золотой билетик. Что ж, давайте сразу откроем его. Мне не терпится посмотреть, что в нем. Так, продолжить. Так, билетики. О, у нас аж два билетика, вы только посмотрите. Раз, вещь. Какая-то такая красивая. Два вещь, смотрите, шлем Флэша. Три вещи, два револьвера, не знаю чьих, наверное, какого-то ковбоя. Давайте еще раз попробуем. Черепашка-ниндзевский панцир. Паричок того кучерявого усатого. Две сабли, отлично для начала. И золотой билетик, аж четыре штуки. Так, аж четыре артефакта. Нюка-кола крышечка, ну это что-то из вселенной Fallout. Я, кажется, догадываюсь, кому он нужно. Так. Шляпа Зора, так я понимаю. Или нет, или крюка. Дальше идет у нас... Что здесь? А, Бэтмена! Да, это Бэтмену принадлежит. Так, и дальше... Так, какое-то кольцо. Хм, кажется, я тоже догадываюсь, кому оно принадлежит. Что ж, давайте посмотрим, на самом деле прав ли я. Кольцо, мне кажется, принадлежит Властелину, собственно говоря, кольца. Где оно? Вот оно. Так... Нет, не угадал. Странно. Это же Властелин колец. Почему ты не берешь это кольцо? Странно. А шляпа, может быть, она принадлежит Зорро? Сейчас посмотрим. Нет, не принадлежит Зорро. Странно. Я не знаю, кому нужны эти артефакты.
Я не знаю, кому нужны эти артефакты. Я не знаю, кому нужны эти артефакты, но в будущем я очень надеюсь на то, что я узнаю, кому они принадлежат. Так, ну а сейчас попытаюсь еще, может быть, что-то сделать. Нет, нет, я тут сделать не смогу ничего. Так, хорошо. Что ж, давайте идем в следующую зону, в шестую. Смотрите, тут дальше какой-то замок, птички. Ух ты, смотрите, какие у нас тут интересные герои. Что ж, мне не терпится уже начать. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Смотрите, ниндзя какой-то стоит. Я тебя пока пройду мимо, Гарри Поттер. Ха-ха, ладно, и тебя я пройду мимо. Так, сколько же тут рыбки. Ой, ловушка, ловушка. Мы попали в ловушку небольшую. Так, открываем мостик, который был дальше. И продолжаем наш путь. Так, а за мостиком, смотрите, нас ждет какая-то сладкая, что ли, игрушка, не знаю. Так, ой, ключик, надо было взять ключик. Ладно, второй раз мы уже пройдем посильнее. Этот раз, ой-ой-ой, котеночек ушел. Какой-то розовый бегемотик. О, смотрите, Флэш и Сплинтер Селл. Забавные ребята, привет. Так, давайте посмотрим, какие они. Ну, урон у них, я скажу вам, неплохой, неплохой. Так, продолжаем идти. Ой-ой-ой, опять ловушка, опять. Ой, еще ловушка. Да, похоже, без определения ловушек нам здесь не справиться. Так, хорошо. Вот мы собрали некоторые костюмы. Давайте переоденемся. Что нам здесь нужно? Нам здесь нужно видеть невидимые объекты и открывать замочки. Что ж, давайте посмотрим, что у нас есть для замочка. У нас есть Шреддер. Шреддер будет у нас открывать замочки. И обнаружение. Обнаруживать у нас будет... А, это полный набор? Нет, это не полный еще набор. А вот ты будешь обнаруживать. Так, и кого-то нам нужно посильнее. Флэш, что ты можешь? Ну, конечно же, Флэш добавляет скорости. Кто бы мог подумать. Так, а из вот этих ребят... Так, так, ну тут тоже нету полного костюма. Так, давай, наверное, я возьму из вот этих кого-нибудь. Тут довольно-таки сильные ребята находятся. Так, Конан, давай, Питер Пенчик. Нет, давай, Крюгер. Крюгер, да, пойдет у нас первым. А ты у нас будешь вот тут. Или... Да, пускай будет так. Так, хорошо. Продолжаем, продолжаем. Давайте откроем там замочек. Так, лисенок, давай тебя я прохожу сейчас. Стреляйте в него, стреляйте. Так, так, так. Только не нужно, чтобы котики те, которых мы... Которые нам нужны для открывания и смотра, и для просмотра глазика, должны остаться целыми. Так, отлично, хотя это было близко. Так, ну что ж, нам нужен мостик. Ой-ой-ой. Но нам нужно видеть ловушки, потому что мы постоянно на них натыкаемся. Так, хорошо, хорошо. Давайте вот эту вот какую-то злую принцессу, которая на нас так смотрит. Она кидается бомбочками. Да, вот и мы и выбили ее бомбочку. Так, ключик открыли мы. Это хорошо. А вот тут, да, я помнил, помнил, что здесь есть. Так, открываю. Смотрите, какая тут красная рыба. И какой-то бегемот против нас розовый. Или что это такое за существо, я не знаю. Но мы выбили его половинку костюма. Так, и еще сундук. Да, здесь билетик на три одежки. Ой-ой-ой, попались мы. Так, ну, уже финиш. Так, 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 давайте посмотрим, что нам будет... В билетике. Так, давайте смотреть билетик. Так, одежда с Энтерпрайза, насколько я вижу. Маска хоккейная и два мяча каких-то. Отлично, отлично. А бегемотик, что ты нам будешь давать? То понятно все. Ну что ж, давайте, давайте посмотрим, что у нас тут в зале тренировочном. Так. Сейчас мы потренируем котеек. Так,
Хоккейка, давай. Урон, урон, давай. Должен быть сильным. Тебя тоже, котеечка, в урончик. Так, хорошо. Силу ты должен, котеечка, быть сильным очень. И ты тоже должен быть очень сильным. Так, а мы идем смотреть. А давайте перед тем, как смотреть седьмой уровень, нам даже выпало, как вы заметили, из него что-то, переоденемся немножко. Возьмем, например, флеш. А стоп, давайте посмотрим, что нам для этого уровня нужно. Разбивание препятствий. Смотрите, тут покемоны всякие, Микки Маусы. Так, отлично. Для этого уровня нам нужно разбивание препятствий и кристаллик. Так, и кристаллик. А препятствия у нас, точнее, не разбивать, а смотреть может вот этот котеночек. Вот этот, да. Вот, вот он. Он должен нам будет разбивать препятствия. Так, и... препятствия разбивать у нас будет вот он, хороший котеночек. Так, так, есть, отлично. Так, а из сильных костюмов что мы оденем? Флэша, давайте попробуем Флэша, хотя Капитан Крюк тоже сильный герой. Может, давайте кого-нибудь, кто будет лечить нас. А да, о, смотрите, а у нас есть вот этот очень мощный котенок, как по мне. Ладно, посмотрим, что мы сделаем на седьмом уровне. Начнем. Так, все, у нас есть все, что нужно. Погнали. Так, смотрите, какая здесь карта. Микки Маус, привет, Микки и его подружка. Так, смотрите, там портал наверх. Хорошо, давайте просто пройдемся сначала. Покемончики, смотрите, какие покемончики. Довольно сильные покемоны. Это я, насколько помню... нет, я уже не помню название всех покемонов. Давно я смотрел этот мультик. Так, ключик. А где мы возьмем ключик, ключик, ключик? Ага, вон ключик лежит. Так, подбираем ключик. В портал мы не попадем из-за этого камешка. Давайте сразимся. Нет, не хочу с ними сражаться. Хочу идти дальше. Пикачу! Вот Пикачу я помню. И водный покемон. Да, вас я хорошо помню, ребята. Пикачу — это электрический покемон. А этот вот покемончик бьет водой, насколько я помню. Он может плеваться ней. Так, хорошо, хорошо. Отлично, мы сразились с Пикачу. Так. И даже какие-то костюмы повыбивали. Что ж. Давайте попробуем еще раз пройти. А нам восьмой уровень открыт. Ну, восьмой уровень уже в следующей серии. Но мне же интересно, что нас ждет тут за различными всякими дверями. А главное, что нас ждет за порталом. Так, лисеночек, ты должен уйти. Так, вот и мы и в портал попали. А там, смотрите, красная рыбешка, нам нельзя их пропускать, это очень ценная рыбка. Котята очень любят такую ценную рыбочку. Так, прыгаем. А, тут у нас Дракула и Хитман, отлично. Сейчас мы их победим, давай, давай. Так, ой-ой-ой, они сильные, ребята. Очень сильные, смотрите. Ой-ой-ой, победили нас. Нас тут везде победили. Так, 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 так. Фух, устал я, ребята, устал. И котята наши тоже устали. Они хотят отдохнуть. Что ж, на этом все. Продолжение следует. И спасибо, что вы смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.